Друзья, всем привет! У меня есть вот такие вот классные джинсы от Levi's. Я их купила в секонд-хенде за 20 гривен всего лишь, это меньше доллара. Сегодня мы эти джинсы будем переделывать в крутые шорты. Здесь качественный катон голубого такого летнего цвета. Единственное, что с самого начала я их испортила еще очень давно. Я их так ушила, но не рассчитала. Надеть надела, но снять не смогла, пришлось разрезать. Поэтому мы без всяких сомнений будем превращать их в шорты. Друзья, всем привет поближе. Смотрите, какая здесь посадка. Здесь средняя посадка идет, она мне довольно комфортная. Также они круто выглядят на попе. Вот таким вот образом они выглядят на попе. Джинсы сами по себе оригинальные, очень красивые швы. И я надеюсь, что у нас получится все просто замечательно. Сильно короткими я их делать не буду, потому что у меня есть уже короткие шорты. Они чисто на море, на лето, там пол попы видно. В городе я такое не буду носить, но вот эти я хочу как раз делать для города. Сразу нужную длину я делать не буду, я возьму немножко запас. Я вам признаюсь, я сейчас буду полностью импровизировать. Я не знаю, что я хочу с ними сделать. Давайте делать вместе. Итак, самое главное не отрезать лишнего. Когда мы будем резать, чтобы не захватить кармашек. Поэтому я поворачиваюсь задом, смотрю, где заканчивается или начинается кармашек. Провожу вот так вот. Спускаюсь, чтобы было запасом. Ну, примерно вот так вот мы будем резать. У меня есть вот такие вот шпильки. Тоже, если вы делаете переделки, не забывайте такое покупать. Закалываю, помечаю себе, где мы будем складывать и резать. Булавочкой я пометила, где я буду резать, но я не буду делать ровную линию. Я буду делать бока немножко повыше, внутреннюю часть бедер немножко пониже. И да, я до сих пор не купила портные ножницы. Сейчас я буду разрезать, потом я посмотрю, что у нас получится по длине. Ровно, неровно я разрежу, особого значения не имеет, потому что, во-первых, сейчас очень модно неровный край обработанный. Но, во-вторых, мы все равно будем распускать с вами нитки. На моем языке рассатывать. Так, низ мы уже отрезали, я вот смотрю, мне кажется, все равно они еще довольно длинные. Я еще немножко отрежу, и потом мы будем уже с вами распускать нитки. Тогда будет круто выглядеть. Но мы над ними хорошенько поиздеваемся, это не будет только лохматый низ, будет что-то еще интересное. Ну вот, сейчас длина намного лучше. Что касается шорт, лучше не дорезать, чем перерезать. Ну а теперь мы берем терку и будем над ними издеваться. Так, как обычно, я использую терку, ту сторону, которая вообще непонятно для чего. Берем шорты. И сейчас я попробую один вариант, который я раньше не пробовала. Я хочу скрутить шорты, выровнять, скрутить их и потом уже начать тереть. Вот такой вариант я присмотрела в интернете, сейчас попробую, удобно это или нет. Да, это получается намного быстрее. Сейчас вообще очень в моде неровные края, можно вообще кусок отрезать и потом уже рассатать, как вам будет удобно, как вам больше нравится.
Сам край будет очень круто выглядеть, когда он выстирается. Когда мы забросим машинку, весь этот маленький голубой пушок, он просто выстирается и останутся белые нитки. Итак, друзья, я уже перешла на пол, и смотрите, для того, чтобы сделать вот такие вот драные штуки, как сейчас модно, то есть неровный край, что для этого нужно делать? Сейчас я вам покажу. Берем, допустим, мы, ну, давайте вот здесь вот сделаем. Видите пальчик? Подкладываем пальчик, только осторожно, и именно давим пальцем на это место и стираем. Вот так оно и получается. Вот. Мне сейчас неудобно. Я между ног держу терку, потому что она постоянно у меня куда-то съезжает. Сейчас покажу. Ну, вот так примерно получается. Вот видите, уже начинают нитки разлазиться. Продолжаю. Беру тоже, подкладываю пальчик. Именно вот это место я стираю. Вот, уже появляются белые нитки. Итак, на данный момент вот такой вот результат у нас получился, но это еще не все. Дело в том, что в магазине продают джинсы, шорты джинсовые. Там края еще более оборваны. И я не знаю, делать мне еще больше или не делать. Мне, в принципе, и так нравится. Здесь вот есть, да, такие штуки. Еще выстираются, они будут еще более лохматей. Вот, и сейчас я хочу, единственное что, потереть еще где-то вот здесь. Вот здесь потереть хочу. Здесь я трогать не буду. Ну и, возможно, еще вот на этой стороне. Сейчас буду все тереть. Итак, смотрите, как красиво получается. Видны белые нитки. Девочки, только будьте осторожны, потому что я уже почти все пальцы стерла. Вот, и сильно увлекаюсь этой штукой. Немножко больше сейчас еще потру. Смотрите, я потерла, но мне кажется, что мало. Нужно еще, да? Еще, скорее всего, сюда продлить и вот в эту сторону продлить. Так будет намного симпатичней. Да, попу трогать я не буду, ничего там тереть не буду. Пусть будет так, как есть. Здесь лейбл, все оно довольно красиво. А вот впереди мы поиздеваемся. Также кармашек я тоже потерла вот здесь. Здесь он зашитый, так что ничего, тело не видно. Самое главное постирать, чтобы все легло так, как ему нужно. Но сейчас, скорее всего, я сделаю дырочку побольше. Уж очень она мне нравится. Ну что, друзья, я готова вам показать результат. Мне безумно нравятся эти шорты. Длина идеальная. В городе даже смогу без проблем ходить и не стесняться, что где-то что-то коротко. Вот, ремешок хорошо подошел. Маечка моя тоже новая хорошо подошла. Нравится, как я потерла. Видны белые нитки. Единственное, что я сейчас их брошу в стиральную машинку, чтобы все выстиралось. Здесь есть такой голубой пух, летает по всей квартире. Надеюсь, все пройдет, и мусора больше не будет. Напишите в комментариях, как вам вариант,
получилось или нет. Мне лично очень нравится. Можно, конечно, еще что-то сделать, можно еще что-то добавить, но все мыслят по-разному. Вот то, что мне пришло в голову, то, как мне нравится, я сделала. Также есть еще один вариант, как их можно носить, потому что длина позволяет. Сейчас я вам покажу. Можно носить вот таким вот образом. Но и так как у нас длина позволяет, вы сможете подвернуть, завернуть и превратить шорты в более короткие и такие пляжный вариант. Друзья, есть еще одни шорты, которые я переделывала, но, к сожалению, я о них не снимала, потому что тогда я еще не была блогером. Здесь даже есть заклепки. Здесь катон более прочнее, он более толще, так что рваные детали, они, конечно, выглядят намного круче, и талия полностью завышенная. Это американские джинсы, очень качественный катон. Катон был вот такого вот цвета. Я даже их специально выбеливала, так что, если вам интересно узнать, как выбелить катон, напишите в комментариях, я сниму отдельное видео, посмотрю, сколько вас будет, кому будет интересно, и сниму обязательно. Это как раз те самые мои пляжные шорты, которые очень короткие, и в городе, к сожалению, ну, или к радости, не знаю, мне в них не очень комфортно ходить, как-то стесняюсь. Друзья, всем большое спасибо, что вы были со мной, просмотрели это видео, ставьте пальчик вверх, если вам переделка понравилась, скоро будем переделывать джинсы. Всем желаю удачных, крутых переделок, и всем пока-пока, до новых скорых встреч!